Приветствую вас. Давайте попробуем разобрать ваш вопрос, вашу проблему. Значит, первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что вам имеет смысл обратиться к сексологу, хорошему сексологу, чтобы он дал вам рекомендации по данному вопросу, чтобы он помог вам, чтобы проконсультировал вас именно по данному вопросу, проконсультировал, чтобы вас. И, собственно, это будет самая лучшая помощь, особенно если дело касается только секса и больше ничего. Дальше. Следующий момент. Значит, с точки зрения психологии, если вот именно психологически подходить к вопросу, то вы говорите, два года назад мы стали сексуально отдаляться друг от друга, при этом другие отношения в семье хорошие. То есть сексуально вы стали отдаляться друг от друга, но ребенок у вас, тем не менее, появился все-таки. И здесь у меня волей-неволей возникает вопрос. Если у вас, происходило отдаление, да? Если вы начали отдаляться друг от друга, то я полагаю, что эта проблематика, она, как минимум заслуживает того, чтобы ее рассмотреть подробно, да? То есть, грубо говоря, что происходило тогда с вами, именно вот с вами, именно в, именно в ваших отношениях, именно вот между вами, в то время, что происходило, какие были процессы. То есть нужно подробно рассмотреть, на фоне чего началось отдаление. Потому что причин подобного может быть очень много на самом деле. Очень много может быть причин подобного. Вот. У мужчин сексуальное желание падает, может исчезать, в результате наличия определенных проблем, в результате сложностей на работе, в результате нервных переживаний и так далее. То есть объективно, это достаточно широкий спектр проблематики,
который необходимо выявлять, рассматривать, и вам в силу того, что мужчина у вас такой, да, относительно скрытный человек, значит, в силу этого вам нужно будет как-то вот корректировать свое поведение для того, чтобы, ну, в чем-то ему, возможно, помочь. То есть, понимаете, не ясна причина, по которой вы стали отдаляться сексуально. Понимаете? Не ясна. Из-за чего, непонятно. Вот. А также, как у вас появился ребенок, почему появился ребенок? То есть, как его появление вписывалось в отсутствие у вас сексуального, значит, аспекта отношений. То есть, если у вас, ну, свелась к нулю интимная жизнь, что несколько странно выглядит то, что вы при этом готовы завести ребенка. Ибо, например, вашей привлекательности, да, от беременности для мужчины, ну, не добавится, к сожалению. И либо вы это понимаете сами, либо нет. И судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что я вижу, я полагаю, что этого понимания у вас нет. То есть нету осознанности. Так, беременности секса не было, муж не хотел или боялся. Но очень часто бывает так, что мужчины отдаляются от своих женщин во время секса, то есть во время беременности, потому что, ну, женщина теряет привлекательность, теряет привлекательность, и мужчина ее меньше хочет, к сожалению. После рождения ребенка интимная близость у нас мужа была всего несколько раз, то есть получается за последние примерно 2 года между нами было всего 4 раза секс. До зачатия близость тоже была редкой. И вот, собственно, понимаете, вопрос здесь какой? Ваш муж, он вас целует, он вас обнимает, ласкает, ну просто хотя бы, без сексуального контекста, или нет, или этого тоже не происходит, понимаете, в чем дело, то есть, как мужчина вообще к вам относится, вот вы говорите, что в других сферах у нас все хорошо. У вас действительно может быть все хорошо в других сферах, но в каких сферах? Что это за сферы? На мой взгляд, не очень понятно, потому что вы этого не раскрываете.
как не раскрываете вы и того, значит, из-за чего вы отдалились. Вот. То есть нет информации, понимаете, тут нужно анализ делать именно ваших отношений. Даже не отношения, а в первую очередь раскрывать то, как вы со своим мужем общаетесь, как вы с ним взаимодействуете, какое у вас сексуальное поведение, как вы выглядите, ну, то есть, поработать над своим внешним видом, что мужу нравится, ну, вообще, что ему нравится, то есть, какое сексуальное поведение нравится вашему мужу. Вот. Это очень важный момент. Тоже. Если мы хотим понять, что с вами, ну, что с вами обоими происходит. Вот. То есть вернуть, на мой взгляд, ну, скорее не получится, скорее всего, именно вернуть, вот. Получится немножечко на новый уровень, на новую ступень выйти в отношениях, если, ну, если вы будете продуктивно работать. Вам со своей стороны мужу нужно четко сказать, что, дорогой, как бы я хочу секса, и это нормальное желание. То есть, как бы, если ты не хочешь, то это твое право не хотеть. Вот, но у меня есть потребности, и я бы хотела, чтобы, ну, ты помогал мне их удовлетворять, потому что, как бы, это нормально. Вот. Соответственно, вопрос заключается в том, почему вы, вот, если следовать тому, что вы говорите, почему вы боитесь спугнуть своего мужчину? То есть вот именно откуда этот страх? То есть вы, боясь спугнуть своего мужчину, вы, наступаете на горло своим желанием и не говорите о них, понимаете, в чем дело? Делает ли это более счастливой вас? Нет, не делает. Делает ли это более счастливым мужа? Нет, не делает. Исходя из этого, я предлагаю вам подумать, почему вы боитесь. То есть, почему вы боитесь? И, соответственно, чего вы боитесь? На мой взгляд, это важно. Если, опять же, мы хотим понять,
что с вами происходит. Потому что ваш страх здесь, он абсолютно неуместен. То есть тут бояться, в общем, не надо. Тут бояться, в общем, нечего. Вы находитесь в своем праве. Я пытался говорить с мужем на эту тему, но всегда натыкался на стену непонимания. Когда я к нему приставала с ласками, он мог убирать руки и вообще уходить из комнаты. На разговоры он реагирует отрицанием, мол, все хорошо. Вам не кажется, что это довольно такая странная позиция? То есть, все хорошо кому? Вам все хорошо? Да, как-то не похоже, чтобы вам было хорошо. Потому как вы не получаете, это по сути дела, того, что вам нужно. Вы не удовлетворены сексуально. И кому хорошо, если честно, для меня остается загадкой. Кому хорошо? Ну, мужу, да, мужу может быть и хорошо. Если он избегает интимной близости с вами, то да, мужу может быть хорошо. Я не спорю. А вам нет. И опять же, вот понимаете, вы не уточняете, то есть кому хорошо. Вообще, что есть понятие хорошо? Здесь хотя бы вот в данном аспекте. Недавно мне все-таки удалось с ним немного поговорить на эту тему. Кстати, разговоры мне тоже даются нелегко, так как боюсь спугнуть его. Но об этом это отдельная тема для диалога, почему вы боитесь его спугнуть. Что это вообще за мужчина такой, которого нужно бояться спугнуть. Вот. Так он мне сказал, что я жалуюсь. Жалуетесь на что? Жалуетесь как? Сказал, что сильно устает на работе, эмоционально все время находится там, дал понять, что работа на первом месте. Ну, и вы считаете, что это нормально? Вы ему задали вопрос прямой, как он относится к тому, что что его жена, его женщина не получает сексуального удовлетворения. Ну, он может делать работу на первом месте, если он хочет. Но вы-то его жена, и если он вас любит, он дает вам удовлетворение сексуальное. В общем, я уже общаюсь, разводиться с ним не хочу, так как люблю, но как вернуть наши прежние сексуальные отношения, я тоже не знаю. Мне лично видится это так, что вот корень проблемы начался 2 года назад, когда мы начали отдаляться. И корень проблем в том, как вы себя в этой ситуации повели. То есть, как вы на это отреагировали, как вы проявили себя. Ну, именно вот в этом контексте, да? То есть,
мужчина-то он, ну, вы могли отдалиться. Но если вы сразу говорите человеку, что, дорогой, мне не хватает секса, или, дорогой, я хочу секса, вот. Если вы сразу не говорите этого, то мужчина, он привыкает думать, что все в порядке, да, понимаете, что так и, ну, и должно быть. Вот. А сейчас, если его, вот вы напрягаете, да, он говорит, так от чего ты жалуешься? И, соответственно, анализировать нужно, в первую очередь, ваше поведение по отношению к себе и по отношению к мужу. Я полагаю, что корень проблемы, он именно там, именно в этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!